Ачеб Бхактиведанта с вами Прабхупада. Лекция по прибытию в Питтсбург, 1972 год. We are the champions.
У нас все готово, чтобы пригласить многих студентов, а также журналистов на вашу лекцию. Мы также организуем первую трансцендентную выставку после вашего выступления. После полудня вы можете вернуться к себе на квартиру. А что на завтра утро планируется? Мы уезжаем завтра утром. Я не знаю точно, во сколько. Где Шамасундара? Поэтому я спрашиваю, во сколько завтра утром мы уезжаем. Нараяна Пара. Преданные. Нараяна – это Верховная Личность Бога. Пара – значит тот, кто привязан к Нараяне. Нараяна Пара. Преданные Господа. Они бесстрашны. Все остальные испытывают страх. Что случится в этом мире? Ведь они не верят в следующий мир. Они не верят в жизнь после смерти. Они не знают. А те, кто слышал о следующей жизни, знают в лучшем случае лишь о райских планетах или аде. Например, в христианстве есть представление лишь о аде или рае. Они признают следующую жизнь. Если после смерти я отправлюсь в ад или в рай, значит, факт жизни после смерти признается. Это хорошо. Итак, Нараяна Пара, те, кто являются преданными, не различают между адом и раем, потому что их долг повторять мантру Хари Кришна. На самом деле, преданный Нараяна Пара не имеет ничего общего ни с адом, ни с раем, потому что ад и рай, и то, и другое, лежит в сфере материального мира. Высшая планетарная система называется раем, а низшая — адом. Но Нараяна Пара не заинтересован ни в какой планетарной системе в материальной вселенной.
Потому что его положение трансцендентно. Брахман. Он вне этой материальной вселенной. Все эти планетарные системы, низшая или высшая, или средняя, находятся в этой вселенной. И их положение определяется в соответствии с тремя качествами материальной природы.